У любительницы выпить сдали нервы, и она облила активиста пивом, а потом стала бросать в него камни. Всю истерику женщины сняли на видео. Этих женщин с маленькими детьми общественник попросил не распивать спиртное. Вы можете не пить на детской площадке? Да, я вас снимаю на видео, чтобы было видно, что вы пьете здесь алкоголь. Но дамы заявили, они пьют не пиво, а газировку. Потом и вовсе у одной из женщин сдали нервы, и она облила активиста пенным напитком. Но общественника это не остановило. Он попытался призвать их к совести. Женщина в алкогольном опьянении при своих детях пьет алкоголь, обливает меня пивом. Но и это не помогло. Женщина начала кидать в активиста камни, а позже ее примеру последовали и дети. Вот так вот пытаются разбить у меня камеру. Вот смотрите, вы детей чему учите. Дети насмотрелись на пьяных родителях и кидаются камнями. Кстати, в этом дворе была и другая выпивающая компания, но после беседы с неравнодушным они сразу согласились убрать алкоголь и долго спорить не стали. Но вчера же мы здесь вот по всему району ходили, вам всем объясняли. Вчера праздник 1 мая, а сегодня же не 1 мая, а сегодня 2 мая.